вокальному искусству. Стиль музыки Гаврилина узнается сразу. Его называли Есенин музыки. Его песни красивые и серьезные, улыбчивые и печальные, чуть ироничные, но всегда необыкновенно искренние и трогательные. Валерий Гаврилин, слова Бориса Гершта. «Вот те раз» исполняет ученица 7 класса «Хачатрян Илона», концертмейстер Буданаева Анна Валерьевна, преподаватель Андреева Татьяна Александровна.
Романовне. Родился в Гатчине, а начальное музыкальное образование получил в музыкальной школе для певчих Исаакиевского собора. После окончания консерватории он уезжает в Тифлис, на Кавказ. И в этот период жизни создает уникальную свиту кавказских эскизов на основе народных песен, собранных и услышанных кавказских деревнях. Ипполитов Иванов, кавказские эскизы, Вауля, исполняет ученица 5 класса Терентьева Елизавета, концертмейстер Иванова Наталья Сергеевна, преподаватель Тихона Евгения Алексеевича. Thank you.
становятся настолько популярными, что обретают статус народных. Именно так произошло со многими песнями композитора Якова Исааковича Гагарина. В своих песнях он постоянно обращается к образу Ленинграда, Петербурга, а в интервью признается в искренней любви к своему городу. Такое признание любви к Петербургу прозвучит сейчас в песне «Петербургский вальс». Музыка Якова Дубравина, слова Юрия Погорельского, исполняет ученица 7 класса Пономаренко Полина, концертмейстер Осколков Сергей Сергеевич, преподаватель Баранос Ирина Юрьевна.